Друзья, всем привет! Вы на канале Папа Может. Продолжаю серию обзоров курортов. Сегодня мы посетим Феодосию. Интересно? Оставайтесь с нами. Остановились возле первой попавшейся нам гостиницы. Посмотрим, какие здесь номера и их цены. Это двухместный номер. Есть холодильник, сплит, телевизор, санузел в номере. Цена 1500. А это уже четырехместный и двухкомнатный номер. Также есть сплит, телевизор, холодильник и санузел. Цена 3000 рублей. Трехместный мансардный номер, те же условия, что и в других номерах, но только нет сплит-системы. Цена 1600. Трехместный номер со сплитом обойдется вам 2000 рублей. Также в этой гостинице есть место, где вы можете погладить белье или разогреть себе покушать. А это летняя площадка, где можно пообедать, ну или просто посидеть. Ну а начнем мы свою прогулку, естественно, с пляжа. Вышли из гостиницы, идем по улице вниз. Как нам объяснили, упремся прямо в море, никуда сворачивать не надо. Улица ничем не отличается от улиц других городов. Знакомые двухэтажные сталинки, как их называют. Ну и покажем, как выглядит Феодосия изнутри. По пути встретилась столовая по-домашнему. Утро, никого нет. Ну посмотрим, какие тут цены. Место для поцелуев, но почему-то никто не целуется. Ну а это лавка для поцелуев. Встретили на своем пути бистро. Зайдем, подкрепимся. Вот такой небольшой завтрак обошелся 210 рублей. Первые мои ощущения — довольно какой-то безмятежный город. Люди ходят как-то, не знаю, как выразить словами, не напрягаясь, что ли. На курортах Краснодарского края я такого не видел, ну или просто не обращал внимания. Наконец-то мы будем купаться. А заодно покажу вам прозрачность воды и дно этого пляжа.
Друзья, ну что могу сказать насчет дна этого пляжа? Первые метра полтора идет мелкая галька, довольно приятно заходить. Но за ними сразу появляются огромные камни, покрытые водорослями. Продолжительностью метра два. И за ними идет сразу песок. Если бы не эти камни, то поставил бы пятерку за дно, а так всего лишь четверка. А что касается прозрачности воды, воду прозрачной точно нельзя назвать. Мутная, но делая погрешность на ветер и песчаное дно, поставлю тройку. Показал все как есть. Рядом с берегом моря есть столовая, и думаю, нам пора подкрепиться. Этот обед обошелся нам 564 рубля. Аллея сувениров. Посмотрим, какие тут есть сувениры для нас. Набор магнитов. Этот 100 рублей стоит. Раньше, да, было? А поменьше, раньше 50. 120 рублей маленькая и 250 самая большая. Памятные кухонные доски 100 рублей. Распродажа чашек и кружек. Вот такая подставка для ложек. И кружки, но, видимо, прошлогодняя коллекция. Если честно, я довольно удивлен. Вдоль центральной набережной ездят поезда. Вот поезда, а вот уже море. Небольшой памятник защитникам Феодосии. А этот памятник уже побольше. Никто не забыт, ничто не забыто. Парк развлечений. Думаю, для тех, кто приехал сюда отдыхать с детьми, мимо пройти точно не удастся. Мы тоже из портового города. И скажу, для меня было немного странным увидеть, что вот он, парк развлечений. И уже вот находится часть порта, где непосредственно производится перевалка груза. Дом-музей Александра Грина. Здесь он прожил с 1924 года по апрель 1929 года. Жена уговорила посетить этот музей, а сын пообещал прочитать рассказ «Алые паруса». Ну а это галерея Айвазовского. Какой-то сухой фонтан. Воды! Для любителей кофе много кофеен почти на каждом углу. Ну и цены относительно недорогие. А это, видимо, когда-то был своеобразный аквапарк Феодосии, но сейчас он закрыт. Крымский дворик, сувениры, книги, керамика, натуральная косметика. Ну, зайдем посмотрим. Я
набор мастер чая 350 рублей. Возьмем кому-нибудь в подарок. Здесь идет зеленый чай как основа, а туда вы уже добавляете либо яблоко, либо имбирь, либо мяту, либо липу, либо мяту. То есть он такой как конструктор. Поставим. Все-таки купили этот чай в подарок. Спросил, можно ли расплатиться картой. Сказали, можно, любой. Предложил валет черви. Сказали, такая не подойдет. Значит, все-таки не любой. Одной из достопримечательностей Феодосии является Генуэзская крепость. И ее мы сейчас как раз и посетим. Заходим в крепость, а тут нежданчик, какие-то частные дома. Переулок Башенный 1. А чтобы зайти на вот ту часть башни, придется немного рискнуть жизнью, что мы, в принципе, сейчас и делаем. Если честно, вообще не могу себе представить, как можно было получить разрешение на строительство частного дома в столь заповедно-охранной территории. А это старый город, православный храм во имя Иверской иконы Божьей Матери. Пойдем посмотрим. Мы всей семьей очень любим посещать такие места, древние крепости всякие, раскопки. И что не менее приятно, что здесь это все бесплатно. Памятник архитектуры, 14 век. Вообще вся эта крепость была построена в 14 веке. А это уже башня Константина. Находится она в центре города почти. Но поближе, к сожалению, не могу ее показать, так как идет реконструкция. Менгир – символ энергии земли и неба. Друзья, ну на этом наше видео подошло к концу. Понравился обзор, поддержите лайком. Не понравилось, пишите в комментариях, что именно не понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ну и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.